Для счастья нужно жить в кайфе родной, не путать чужим, строится метро, дома растут, грушевка цветет, луну нет салют. Рэпер года 2016. Вконтакте у себя на стенке я сделал опрос «Рэпер года 2016», и в нем приняло 39 человек. Рэпер года 2016 в этом опросе в комментариях написали, почему в этом опросе, который я делал, составлял, хотя я смотрел в интернете самых популярных рэперов и решил составить топ-10 самых популярных рэперов. Но просто в комментариях написали, а почему в опросе нету Сони Мермеладова или просто Гнойного. Манок, этот ёбаный манок, погребальный венок, тебе дарит Вавилон, ты один из топ-16, один на миллион. Я решил, что он недостоин этой десятки, и ему еще далеко до рэпера года, например. Ты мог бы быть в текстах королем, но добавь к творческой единице миллион просмотров, и она станет нулем. А че, блядь, твой ебаный Оксимирон? Что стоит мнение этой мессии? Если он говорит, что любит клевые батлы, но так и ни разу не был на лучшей батловой площадке в России. Я думаю, про Гнойного я все нормально сказал. Я решил, что пусть его не будет в вопросе. Хотя вы, опять же, можете написать в комментариях, что вы думаете про этого рэпера Гнойного или просто Соня Мермеладова. Оно выдалось медленным, мое еще одно лето на слоумо. Я и подумать не мог, что опять наступлю на те самые грабли. Итак, дамы и господа, начнем наше шоу. И начнем с третьего места. На третьем месте два рэпера. Вы так проголосовали за него. Так получилось, что за двух рэперов проголосовало одинаковое количество людей. То есть по 5 человек на каждого рэпера. Что в сумме дало 12,8%. Итак, третье место. Фараон и Макс Корж. Я трахал твою суку ровно 5 минут назад. 5 минут назад. Я был там. Ровно 5 минут назад. Я был там. Вышла в левую тему. Китайские уши шипеть перестали. Пакеты без ручек. Вещи на вокзале. Выстоять. Хоть одет не по погоде. Я сам решил. Пусть пролетит. Следующий рэпер, которого я озвучу, вы и так знаете. Многие его любят, есть люди, которые его недолюбливают, а есть люди, которые его просто обогатворяют, потому что он бог в русском рэпе. Из-за этого рэпера проголосовало 10 человек, что дало в сумме 25,6%. Итак, второе место – Оксимирон. Ты ковышом салфетки жопу вытирать и все отметка хорошо. Раньше говорили, я бы с ним в разведку не пошел. Я с тобой в тур не поехал, ты проверку не прошел. Хоуми, знай, море без и коротко про то, что уж который год, который город под подошвой. Следующий рэпер, за которого люди голосовали, я даже рэпером не называю. Хотя он считает себя рэпером и гангстером, и также выдающим блогером на России. Итак, за этого рэпера... или не до рэпера, проголосовало 13 человек, что дало в сумме 33,3%. Итак, первое место, и это, как вы думаете? Да, короче, это Юрий Хованский, пёс хулиганский, первое место. Прости меня, Мирон, я понял, я не артист. Тронув вашу игру, видимо, я был неправ. Но все равно ведь он не сможет мне запретить делать то, что люблю. Рэпер года 2016. Если вас не устраивает, какие я озвучил места, там, первое, второе, третье, и вы считаете, что этот рэпер недостоин это место, вы можете...
перейти по ссылке ВКонтакте и найти этот опрос и проголосовать. Возможно, ваш голос станет решающим в следующий раз. Реально, проголосуйте за рэпера года 2016 года. Может быть, это не Юрий Хованский, может быть, это Фараон, а может быть, это Макс Корж. Только нужно проголосовать. В данном опросе просто приняло 39 человек. Если в данном опросе приняло бы 100 человек, возможно, бы это был бы не Юрий Хованский, а возможно, это был бы Оксимирон на первом месте, или опять же, это был бы другой какой-нибудь рэпер. Вот. Или просто пишите в комментариях, которого вам нравится просто рэпер. Ты попросил биты помедленнее, 140 BPM. Теперь трясешься пиздос, но Питер мой Вифлеем. Ставьте лайк этому видео, пишите какие-нибудь комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Yeah.